Всем привет, друзья, с вами Неломоб, и я пытаюсь сейчас Сьюзи разбудить, но она почему-то не хочет будиться, и я даже не знаю, как ее разбудить. У меня уже нет никаких идей, но, может быть, если я ей прочитаю сейчас одно сообщение, она как-нибудь поменяет свои мысли и захочет встать. Игропёс GameDog. Сьюзи, ты слышишь, что пишет? Выполни челлендж в Альфе 2. Собери как можно больше коробок и сделай из коробок фигуру квадрат. А на квадрат из коробок поставь Сьюзи. Пусть почувствует себя звездой на коробках. Ну, я попробую это сделать. Я вижу, Сьюзи, ты уже встаешь. Тебе это понравилось, да? Да-да, мне понравилось. Ну вот, видишь, тебя как-то можно все-таки заинтересовать еще в этой жизни. И смотри, видишь за окном два человека. Ты видишь или нет? Ну, это твои товарищи, тоже, как бы, женщины, тоже типа а-ля Сьюзи, но это не Сьюзи, это наши жюри, понимаешь? И они будут тебя оценивать. Вот. А сейчас нам нужно искать коробки. И, к сожалению, ну, может, не к сожалению, может быть, и к счастью, мы будем делать платформу не просто из коробок, а еще сделаем ее с подсветкой, с лампочками. Как ты на это смотришь, Сьюзи? Отлично, классно. Ну вот, видишь? Ну, только не падай, пожалуйста, Сьюзи, пожалуйста. Значит, мы берем жюри, ставим пока что на улице. Так, это Сьюзи, главное не перепутать. То вы такие все у меня похожие, что я не знаю прям. Так, Shadows, тени немножко поубираем. Вот, Сьюзи, ты готовься, ты тут давай крася. Ну, я понимаю, ты очень сильно переживаешь. Ну, потерпи немножко, потерпи, соберись. Вот, а это жюри, два жюри наших. Два наших жюри. И нам нужно где-нибудь на подсветке. А давай прямо здесь под фонарем, как ты на это смотришь? Или там дальше? Нет, давай все-таки здесь. Жюри один. Один тут жюри, один тут жюри. Только жюри почему-то пьяные, они у нас падают, непонятно почему. Эх, жюри. Сьюзи, иди сюда. Ты пока что не имеешь еще своего пьедестала. Но ты его скоро получишь, я тебе его построю. У тебя будет самый красивый пьедестал. Ты будешь лучшей моделью во всем Hello Neighbor. Так, итак, теперь нам нужны коробки. Вот, у нас есть вот такие. Мы можем начать делать начальную площадку, Сьюзи, смотри. Вот, вот, у нас тут 4 коробочки есть. И мы тут это все выстраиваем понемножку. Понемножку делаем тебе площадку красивую. Сьюзи, я не знаю, тебе позавидует любая модель. Так, вот это наша такая площадочка готовится, площадочка. Ой, я сбил одного судью, но ничего страшного, переживет. Вот тут у нас есть много коробок. Мы можем себе их намутить. Берем коробочки для пьедестала для Сьюзи. Бежим домой, бежим. Мы сделаем сейчас очень красивый пьедестал. Ну, просто очень красивый пьедестал. Так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Видите, 9 коробок, а последний будет стоять Сьюзи. Готовься. Ну, еще рановато. Нужно еще 9 коробок. Еще 9 коробок, чтобы ее выше на платформу поставить. Пробуем брать сверху коробки. Раз, два, три, четыре. И она будет... если Сьюзи хорошо выступит на этом модельном конкурсе, выиграет призовое место, я потом ее куда-нибудь в модельное агентство точно запишу, еще и мы с ней на ней денег заработаем. Шекели. Так. Тихо, аккуратненько, надо поставить хорошо, красиво, так. Ну, почти пьедестал готов, еще парочка коробок, 4 поставил, еще 4 будет 8, еще одной будет не доставать. Так, вот наши коробочки, бежим домой. Бежим быстрее. Сьюзи, а ты знаешь, ты может знаешь, не знаешь, но тот, кто выигрывает этот конкурс, у него приз автомобиль, так что ты давай... Старайся. Ой, что же ты наделала, Сьюзи? Это не я. Ну ладно, это да, это я взял и неправильно поставил коробку. Согласен, хорошо. Подожди, вот так. Ты ж не сможешь здесь стоять, хорошо. Зайка, вот так. Подожди. Так, тяжело это сделать, я вам скажу, товарищи. Так, это ступеньки. Мне нужно еще коробок. Судья, ты, ну я понимаю, ты пьяный. Ну не хоть не пались, что ты пьяный. Стой себе ровненько. Старайся не палиться, что ты уже тут уже все наклюкались. Пока мы тут на показе мод. Задерживаемся с коробками для пьедестала. Надо же как-то сделать красиво. Пытаться сделать четенько все.
Вот, а они там уже взяли эти все судьи, понапивались бабушкиного испорченного компота. Совести у них нету. Так, вот это, может, и зря я поставил. Вот сюда нужно коробку, и вот сюда. Ой, Сьюзи, что-то пьедестал твой как-то не получается легко построить. Я вот уже не знаю, что с этим всем делать прям. Потому что я с самого начала начал строить некрасиво. Потому и не получается. Вон, коробки уже пропадают. Надо ровненько стараться ставить. Но ровненько у меня не получается. Чем? Почему-то у меня руки кривые, что ли? Ровненько, ровненько. Еще и сосед ко мне пристал, но он за эту линию, по идее, не должен добежать. Бросается? Ну успокойся ты! Откуда он меня бросил? Кинул меня своей жидкостью несчастной. Где он? Я даже его не вижу. Вы видите? Я не наблюдаю. Куда он меня бросает? Я не знаю, откуда он меня бросает. Какой-то странный дядька. Сосед, у нас тут вообще-то показ мод, а ты нам тут все портишь. Вот. А, так это он хочет, чтобы было больше эффекта на нашем показе мод. Я понял тебя. Может, он где-то сверху бросает? Да нет. Откуда он? Куда он залез? Ох уж ты, сосед странный. Как будто он сам за меня за спиной стоит. Ха-ха, здравствуй, лови меня, лови. Раз уж ты уж так сильно хочешь. Господи, он, видимо, ревнует, что у меня такая красивая модель Сьюзи есть, а у него нету. После того случая, когда мы его хотели напоить коктейлем нашим. Так, вроде бы пьедестал почти готов. Почти готов. Ну, мы поставим это сюда. Сьюзи, смотри, какой у тебя красивый пьедестал. Такого пьедестала ни у кого нет. Двухъярусный, конечно, не получился, ты уж извини. Но какой есть. Так. Или у каждой модели должна быть какая-то дорожка. Ты будешь по дорожке идти. По дорожке идти. Вот тут дорожку сделаем с четырех ящичков. Даже с пяти, наверное. О, смотрите, бежит. Куда он бежит, я не знаю. Он заметил. Нет. Ну, не заметит. Раз. Ой, блин, как-то бежит, все-таки догнал. Ладно, Сюся, видимо, не судьба, будет у тебя с двух коробок дорожка. Вот так, теперь надо выгрузить лампочки. Вот это уже сложнее, чтобы подсветку сделать красиво. Оп, словил, ну молодец, молодец. Возьми этот пряник, возьми конфетку. Лампочка. Опа, есть одна лампочка. Одну лампочку получили. Сьюзи, смотри, где ты? А вот и Сьюзи. Я перепутал тебя снова с судьей. Так, лампочка вот сюда. О, красота! Подсветка, как у настоящей модели на подиуме. О, сосед заметил меня, кажется, надо убегать куда-то сюда. Убегаем, убегаем, убегаем. Что-то шумит. Лампочки, лампочки, нужны лампочки. О, вот здесь. Опа, есть. Еще одна лампочка была где-то. Ну, две лампочки, в принципе, и хватит нам для подсветки. Вот сюда ставим. Итак, Сьюзи, настал твой час. Правда, тут уже все пьяные. Смотри, тут к ним только коснешься, они все падают. Такие все пьянющие. Сьюзи, настал твой час. Настал твой момент. Сейчас тебя будем устанавливать на подиум, на коробочки. Так. Так, подпрыгиваем и ставим. А ну... Ура, поставилась! Судьи, судьи, судьи. Сейчас поставим сейчас судей сюда. Один судья, пьяный судья. Второй пьяный судья. Но ничего. Так, и цветы, конечно. Как же это девушке не подарить любимые цветы? Цветы, цветы, цветы. Дайте мне цветы. О, вот цветы. Цветы. Сьюзи, я несу тебе цветочки. Тут еще были, по-моему, нет цветы. Давайте возьмем цветочек побольше. Сьюзи же любит цветы. Полюбасу любит. Полюбасу. Сьюзи, я несу тебе цветочки, смотри, я тебе принес цветы. Бери цветы, Сьюзи, цветы к твоим ногам, цветы к твоим ногам. В общем, Сьюзи очень рада была столько вниманию, столько цветом, что она аж бедная тоже опьянела и упала. Сьюзи, ну, давай, становись, будь красивой. Сегодня твой день. О, куда же ты? Вот так, все, стои. Ну, в общем, ребята, ну, вы видите, Сьюзи уже настолько тоже, видимо, эти судьи ее споили. Споили точно эти вот судьи, как им не стыдно. В общем, ребята, я понял, что нужно что-то с этим делать. Потому что так рано или поздно Сьюзи может стать алкоголичкой, нам этого не надо.
Ну, на этом ролик, пожалуй, и закончим. С вами был Неломоб. До скорой встречи. И пока-пока. Не забудьте поставить лайк. Пока.